Самолет поднялся в воздух, и вдруг выясняется, что на 100 пассажиров взяли только 40 обедов. Стюардесса объявляет: если кто-то любезно откажется от обеда, получит на всю дорогу выпивку бесплатно. Через час стюардесса снова объявляет: если кто-то передумал, мы рады вам сообщить, у нас осталось еще 38 обедов. Ха-ха-ха-ха-ха. Подписываемся и слушаем дальше. Слышал, говорят, что если девушка игнорирует парня, получается, что он ей нравится. Ого! Тогда получается, от меня все бабульки без ума. К услуге «перезвони мне» надо бы добавить бесплатную еще одну услугу. Теперь надо ты и звони. И так на счету денег нету. Бывает, что наполнил ванну пеной, пустил в нее свою любимую пластмассовую уточку, разделся догола и вспоминает, что пришел сюда смеситель ремонтировать. Мужик с подуна долго смотрит на свои разные носки на ногах и вдруг объявляет: властью данной мне свыше объявляю вас парой. Сегодня тестировал переход на зимнее время. Это как это? Пришел на работу на час позже. Я смотрю, похоже, вы стали соблюдать диету. Нет, ипотеку взял. Вашу диссертацию мы будем судить по закону гор. Профессор, мы вроде бы в МГУ. Воробьевых гор. Олимптика. До проведения уборки мои вещи валялись на своих местах. А после проведения уборки вещи начали висеть аккуратно хрен знает где. Да ты успокойся, я тебе говорю. Корреспондент берет интервью у художника. Скажите, наверное, вашей гордостью была первая выставка ваша? Художник говорит: нет, когда объявили, что из местного музея бандиты украли именно мою картину. В наше время никому нельзя верить. На пакете с именами было написано: укроп посеял, получилось бы полынь. Посеял кабачки, выросли физалис. А вместо укропа вообще какая-то хрень выросла. Хватит поясничать. Не хрен, а конопля. Подписывайте протокол, гражданин. Аниптико! Дед Петруха, меня интересует вопрос. А не станет ли наш новый главный налоговый инспектор брать взятки? Да что вы, честнейший человек! До этого он 2 года директором бани работал. Так и ни разу и не помылся. А ежи! Вы слышали? Пелочку Моисеевну вчера так и увезли в больницу с тяжелейшим отравлением. А что, так и язык прикусила? С годами мне удалось добиться значительных успехов в деле в количестве прожитых лет. Ну, больше похвастаться нечем. Если бы про нашу историю любви сняли фильм и показали на Каннском фестивале, мы бы получили пальмовой веткой по морде. Ха-ха-ха-ха-ха. Привет, как жизнь? А, на работе сложные косяки. Персонал уже со мной 3-й день не разговаривает. Жена к матери ушла. А что натворил? Закрыл доступ к своей странице во всех социальных сетях. Олимптика! Купил пачку соли. Чтобы пересыпать емкость, пришлось бить по нему молотком. Прочитал надпись на упаковке: соль каменная. Не обманули. Сын спрашивает у отца: папа, в фильме «Кин-дза-дза», когда нажимает кнопку дядя Вова,
а постоянно с ним почему-то перемещается скрипач. Отец говорит: вот, Фимочка, ты начинаешь понимать, что человек со скрипочкой нигде не пропадет. На работу принимаются сотрудники, которые хорошо владеют своим делом и не кричат каждые 10 минут: какого черта я с этим занимаюсь? Семен Маркович купил 2 лотерейных билета, но один билет он выиграл автомобиль. Все его поздравляют, а Семен Маркович ходит грустный. Его спрашивают: Семен Маркович, вы лотерейный билет выиграли, машину, чего же вы грустите? Семен Маркович говорит: вот я думаю, зачем я купил 2-й билет? Стоит группа мужиков и ничего не делает. Подходит к ним полицейский и спрашивает: товарищи, почему вы ничего не делаете? А те говорят: у нас перекур. Полицейский спрашивает: так вы же не курите? А те отвечают: мы работаем дегустаторами сигарет. Мое финансовое положение. Хожу в магазин со своим пакетом. Сменилось в этом году на заделываю дыры в этом пакете скотчем. Подписываемся, кликаем на... Подписываемся, кликаем на колокольчик.